Вас приветствует мастерская Raccoon Knives. Мы сейчас на выставке «Клинок», стенд 107.1. Сейчас мы расскажем вам о том, какие ножи мы представляем. На этой выставке у нас появились скелетные модели. То есть вот они в разных исполнениях клинка с цветными ножнами. То есть тонкие, компактные, как раз для города. И рядом с ними маленькие ножи черри, тоже городские ножи с небольшим клинком, очень удобные. Ну и киридаши – это маленький тонкий нож, который можно наносить на ключах, в кошельке, в кармане и делать какие-то небольшие операции, выполнять. Потом у нас идет нож Орион. Это нож премиум исполнения, мраморный карбон, сталь 125В. И рядом с ними это ножи енот в разных исполнениях, с разными сталями, обработкой клинка и цветами рукояти. Также там присутствует едокол, якут. На данный момент самый большой нож на нашей выставке – это модель Табаско с клинком 4 мм толщиной, с большой рукояткой и стали 110H18. На поставке у нас сверху два ножа модели Едокол с разными поставками на клинке, на рукоятке. Вот. Под ними ножи Лотос, тоже с кратерами на рукоятке, с разной величины. Ниже нож Циклоп. Это не серийная модель, сделана специально для выставки, с интересной комбинацией на цельнике рукоятки. Под ним нож Янария. Чем он интересен? Это первый Янарий с симметричными спусками. Стойки ниже у нас сверху комплект из ножен и рукоятки ярко-оранжевого цвета. Это нож Финик. Под ним идут в разных исполнениях ножи Сканди. Здесь у нас ножи модели Янария в разных исполнениях. Сверху это стандартная Янария, ниже Янария с тонкой рукояткой и долом. Потом идет Янарий с немного измененной геометрией рукоятки. Вот. А под ним мини-Янарий с ножными из пластика под кожу. Даже небольшого размера, самый маленький Янарий, который мы делали. Внизу нож Вормклифф из D2, вот. Над ним полевой кухонник, нож Сантофа, потом идет еще один нож Финик, это растяни рукояткой. Также мы проводим розыгрыш для пользователей Инстаграма. Необходимо выложить фотографию с нашим стендом или с нашими ножами в Инстаграм, поставить хэштег, и вот такой вот замечательный скелетик может стать вашим.